Типичный War Thunder. Казалось бы, ничего необычного, но давайте посмотрим под другим углом. Вот летит снаряд, летит. Ну, извините за вот этот трассер длинный красный, я, к сожалению, не могу его убрать, но увидите вот эту точечку, да? Летит. Вы уже чувствуете, куда должен попасть снаряд, да? Вот домик, и... оп! Так, хорошо. Но что дальше? Вот стою я в укрытии. Прячусь от Т-34-ки, и... что же произойдет, как вы думаете? Surprise, motherfucker. Эх, как же мне было весело в этот момент. Спасибо за классные текстурки.